Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. День 7, забираем сундук. Управление в воздухе, амортизаторы прыжков, 13 тысяч монет. Новые задания. Маневр 400 метров, сделать 6 поворотов в зиме. Приключения, нет, давайте мы это поменяем. В воздухе на монстр трек. Да, не легче мне дали задание. Не легче, так, бесплатный сундук, давай сюда. Зимние шины, амортизаторы прыжков. Так, результаты. Ну-ка, смотрим. Главный приз. Получили мы, интересно, награду или нет? Подожди, что-то я не понял, секунду. Результатов что, нету? А как так-то? Результаты. Обычно мы получаем награды за результаты, но сейчас их вообще не было. Ладно. Ладно, ребят. Кубок лесов. Пожалуй-ка я возьму. У нас, кстати, 49 тысяч монет. Мало еще. Наши черненькие суперкар. И мы едем в запретном лесу. Сегодня будем брать 6 тысяч кубков. Ну, попытаемся. Ничего себе тут. Ну давай, 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 есть. Фига себе там ролика, ты видел уже? Ну то шлюпок мелкий, а? Ну понятное дело, я теряю скорость, блин. Есть контакт, ну слушай, тут вообще замечательно. На прямых трассах эту машину практически никто не может сделать. Особенно если ее еще и прокачать по фулке, то, ну сам понимаешь, никакие тут баги. Никакие даже раллийные авто не стояли и рядом. Секешь? Тем более, когда она с монетным ускорителем, то это вообще топ. Монетный ускоритель если еще прокачать, офигенно. Знаешь, что мы опять не сделали с ним? Естественно, не поменяли. Не поменяли внешний вид нашего гонщика. Все время мы забываем это сделать. Точнее, все время я забываю. О, крутой чувак. Так, у нас там... трасса Е95. Она у меня... Вот я смотрю на нее, она у меня двигается так же, как будто с крыльями, ребят. Это кто у нас там? А, это спорт. Спортивная тачка. Кто там? Резван. Резван на первом месте был. Ладно, хорошо, Резван. Ну, я ее специально здесь, ребят, не брал, потому что я думал, что как бы, ну, она не актуальна будет здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто? Он что, да нет у него никакого монетного ускорителя, ребят. А я тут как самый нуб. Так, он уже там первое место занял, да? А мы второе. То есть получается, что у меня второе место здесь будет только по-любому. Бамс. У него там, смотрю, беда какая-то с прыжками происходит. У этого Резвана. Ну, все равно, ребята, у нас 7 очков. Первое место. Ну да. У каждого своя, правда, вы так говорили. Ну что, друзья, неплохо. И забыл я с вами поздороваться. Вот что. Что это с большой буквы-то? Всем привет. Да, всем привет. Ну что, погнали. Так, подожди секундочку, что там за трасса назад? Нагорный кубок. Ну ладно, на Нагорном кубке, наверное, лучше все-таки брать супердизель. Я все никак не могу запомнить. В Нагорном... Сейчас проверим. Вот тебе и обделались мы. А знаешь, почему мы обделались? Значит, у нас что-то не прокачано. У всех получилось заехать, а у меня нет. Почему? Потому что мы слабачки. Возможно, не было идеального приземления. Может быть, еще что-нибудь не хватало. Но факт остается фактом. Ёк-макарёк. Да, проблема была в том, что мы с тобой вставали вот на этот, на такую вот возвышенность, да?
И у нас не хватало силенок просто вытянуть, подняться наверх. Ну и возможно, если бы у нас, конечно, были бы крылья, то, конечно, проблем бы у нас не было бы с этим делом. Тут повезло нам. Опять же, благодаря тому, что мы вот с тобой как бы летим, как птички, блин, в небеса. Первое место. Все по-честному. Грязные ралли. Грязные ралли. Это случайно нам... Супер Дизель, ты как? Поможешь мне в грязном ралли? Что там за прыгунки опять, а? Да ты серьезно, что какие-то баги проигрываем, блин? Слушай, нам повезло, что баги там перевернулась, короче, крутанулась, и в этот момент мы, конечно, ее подловили. Это было замечательно. Пошло-поехало. Как раз вот эта трасса, вот эти колеса для нашей машины. По проходимости вообще топ. Ха-ха, да. Ну что, третья гонка. Причем с идеальным стартом поехали. Вот, вот это вот уже начинается, ребят, беда-бедовая. И тут уже баги воспользовался моим косяком. Но все равно вырвали мы победу. Вырвали прям зубами. По-другому не назвать. Ну что, последняя четвертая гонка. Давай по идеалычу. По идеалычу сделаем. Вот, видишь? Вообще топ. Это что еще тут за выкрутаска-то? Трахома стояла там, видел? Какая-то машина, пикап там стоял, я на него наехал. В общем, первое место. Ой! Какого лешего, я не хотел так быстро восхитительной диверсии на... Я, кстати, ни разу не... ты понял, да, прикол? Конечно, ты понял. Что с машиной там? Я не пойму. Давай ломай тут уже все. Наверх поехали. Раз уж ты подпрыгиваешь наверх, так езжай наверх. Так, а это что там, тоже Супер Дизель, что ли, ехал сзади? Вот это вот. Да, ребята, тоже Супер Дизель, с другой, конечно, какой-то раскраской. Но здесь получилось у меня приехать. Посмотрим, что дальше у нас будет. Что, кто-то там впендрючился, да, где-то? Насколько я понял. Тихо, не разбейся. Я же знаю, что ты можешь начудить тут в три короба. Слушай, ну вообще топ. Вообще топ, ребята. Не ожидал, конечно, сам для себя. Потому что первая у нас была в Рязани, так сказать. И я сразу же отдупился. Новая краска для моноколеса. Ну фиг ли это моноколесо? Я его терпеть не могу, поэтому... Хотя я на нем всего один раз ездил, но я его уже терпеть не могу. Что за гонка-то, кстати? Ну-ка. А, кубок застойный. Слушай, по-моему, кубок застойный у нас проходит тоже вот на этой машине. Или же здесь очень много прыгалок. Я не помню, ребят. Там, где много прыгалок, там топ. Как же ты долго приземляешься, а? Фига, мы даже валун, ребята, с вами там разобрали. Ты видел? Мы на него прыгнули сверху, он просто разлетелся в труху. Хотя его, по идее, пробиваешь совсем с другой стороны. Но мы с тобой так авансиком захватили, да, чтобы он нам не мешался.
Да-да-да-да-да, я вижу, что ватрушка здесь много что себе позволяет. Ну вот, 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 именно вот про это я говорю, ребят, ну как так вот может быть? Не хочет ехать и все. Не хочет. Она вот начинает... Буксовка вот эта вот, бесевая, просто бесевая. Ну а что поделаешь? Так, подожди, это тут не крокодил, а мы падаем случайно? Нет, нет, нормально все. Ну что ж, получается, да, я первый. 8 очков у меня, да? Отлично. Так, ну что, 18 деталей. Это у нас амортизаторы. Так, что там у нас? Привет, Рей, как успех? Привет. Неплохо. Катаюсь. Неплохо катаюсь, получится, да? Ладно, думаю, поймут. Ну что, кубок претендентов. Кубок претендентов. Это, если не ошибаюсь, разные три трассы будут. Поэтому здесь мы возьмем ролейку. Тут же три разные трассы, да? Всегда в штаны наложивший, поехал. Давай, 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 давай. Главное. Оп. Этот нам только кривляется, ты видел? Я вообще на изи тут пролетел. Супер турбо. Че там, прыжок с парашютом откуда-то? Опять идеалочку не взял, а? Этот биг трак тут еще лезет. Ты гляди-ка, а? Это что было-то? Это что за обделыш был? Трэд, ты совсем что ли, блин, нюх потерял? Я не понял. Кто тебя так играть, блин, учил? Ты что, вообще что ли разучился играть? Не пойму. Просто взял на финише, слился. Да, ребята. Такого дебилизма я вообще не помню. Просто перед финишем взял, забуксовался и все, его обогнал. Практически как стоячего сделали. Молодец, Чучундра. Ну что, эпические холмы. Сможем взять с тобой сегодня эпические холмы? Или что, или будешь опять сопли жевать и кулак наматывать? Что там еще за пшикал летучий? О, ребят, куда-то полетел чувак. Смотри, кто на чем, ребят? Кто на попрыгухах, кто на этих? Нормально? Маневр я сделал. Есть! Такой задком, задком. И все-таки заехал на лорик. Да иди ты со своими летунками, а. И этот туда же. Кто на летунках, кто на прыгунках, блин. Как малые дети, ей-богу, ребят. Ну, второй, короче, я здесь. Тут уже понятно. Если, блин, не третьим, это же может охламон еще и догнать нас. Где он там со своими турбинами? Второй. Так, и металлическая шестерня. Это у нас последняя, получается, гонка. Пять без идеального старта. Да что? Что ж не прет-то так, а? Там, по-моему, кто-то перевернулся или мне показалось. Эть! Все. Аливидерчи. И разбиться нельзя. И... Ну что, ждем. Все пролетают. Что там у него такое? Я не пойму, вот это. Что это двигается? Блин, ну жалко же здесь нет такой кнопки. Нажал, чтобы, я не знаю, там колеса опять встал или еще что-нибудь. Ну что это такое, а? Фигня еще красная. То есть я, получается, вообще, ребят, сейчас откачусь назад. Потому что это даже не третье место, это... А, нет, третье место. Откатываемся, но не очень много. Это хорошо. 3000 монет. Это 6000 в общем.
Плежный кубок. Плежный кубок. А что у нас на машине? Почему она у нас так летает? Вот непонятно, почему она у нас так летает. А если я вот эту, например, штуку уберу и поставлю крылья? Мне кажется, это будет полный бред. Какая-то плешивая ККМ-ка нас обгоняет, ребят. Но не тут-то было. Там и супердизель рвет, блин, копыта. Ты посмотри-ка, а, какие. Какие все шустрые-то. Давай, бери монетки. Есть. Слушай, ну тут отлично получилось. Тут вот мы с тобой вырвались вперед, так вперед. Побережье. Что у нас на побережье? Идеальный старт получился. В каком-то веке. Так, давай, 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 бери. Горючее взяли. Поскакали. Замечательно. Первый. Упс, кубок шахты. Подземелье. Ну давай проверим, что у нас тут может получиться. Не вздумай, блин, врезаться-то только, а? Вот я трешую, а? Смотри. Ролика, конечно, меня хотел он там нагнать, но пока у него ничего не получалось. Безрезультатно. Так, ребят, я, наверное, сегодня еще попробую на третьем канале снять первую часть ХКР-ки. Потому что там я две машины купил новых. Надо будет затестить. Юху! И финиш уже, отлично. И мы уже на финише. Ну а как ты хотел? Как ты вот хотел? Тут по-другому никак, ребят. Перелетай, 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 перелетай. Опять это за мной супостат увязался. Ха, он, наверное, понизу хотел проехать. Он хотел понизу проехать, но ничего не получилось. У него ничего не получилось. Мы опять, ребята, всех накололи. Так, кубок езды по ухабам. Кстати, по ухабам, ухабистый путь. Как раз крылышки-то и зайдут отлично просто. Ну, монстр трак тут, конечно, ребят. Чё это вообще? У него слишком здоровые колеса, ребят. Он даже не почувствовал этих пригорков. Ну да, он вообще их не чувствует. Ну и плюс у него, наверное... А вот сейчас посмотрим здесь, как он будет. Сейчас я посмотрю, как он тут. Ну что там, монстр трак? Обделался, что ли, я смотрю? Только умеешь по прямым делать? Хе, нубло. Просто нубло. Да я еще и первым. Вообще шикарно. Ну что, столичный кубок, я думаю, что, наверное, мы поедем проехать тяжелый путь. Так, баги, вали нафиг. Давай, давай, собирай все эти монетки. Не, давай без этого. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет. Поехали бы с тобой. Ну, я бы, наверное, не допрыгнул, у меня бы не получилось. А может быть, получилось.
Ну, зона опасности. Тут главное, чтобы приехать первым. Строим бед. Зона опасности, зоны лайн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тебе и докатался. Ну все, все, ребят, не выдержала крыша, лопнула. Блин, я, честно говоря, думал, что я все-таки смогу допрыгнуть, поэтому даже нисколечко не сомневался. А получилось, что нет. Не доскакал. Обидно, что сфейлился. Ладно, посмотрим, какое место займ... Не надо повторять, как есть. Тут отлично. Прыгнули как надо. 6 очков, да, получается? Первое место. Ну, возьмем. Взяли. Еще 3000 монет в копилочку. Это 80 тысяч. Ой, подожди, подожди, подожди. Кстати, мы можем... Подожди-ка. Ничего мы не можем. Еще шахта рок-н-ролл. Мотоцикл, друзья мои. Хе-хей. Кукиш тебе, мотоциклист. Кто он там вообще такой? Что за мотоцикл? Что за супербайкер? Что за супердиджей? Ну это вот начинаем. Это мы уже начинаем, ребят, дурковать. А я заехал все-таки наверх. Да как ты меня там настиг-то? Настигает он. Ух, есть. Ну и кто там? Вот он тут. Никшмайхтер. На самом дне. Что я буду, видимо, на самом дне, ребят. Кто-то там догазовался, как мы видим. Байк тоже победил, не? Слушай, байк, по-моему, выкрутился из этой чертовой ситуации. ККМ-ка сейчас меня тут... Нет. Нет, нет, ККМ-очки. Кишка была слаба. Ребят, 6 тысяч кубков. Вот они, родные. Неплохо катаюсь. Написал. Неплохо катаюсь. Так, отвлекся. О, магнитная цепь. Ну, друзья, магнитная цепь. Мы поедем с вами вот на этой. В принципе, она неплохо здесь показывает результаты. Блин, мы знаем, что это завод. Ё-моё, я же думал, сейчас разобьюсь. Так подкинуло колоссально высоко. Не финишно. Магниты не включены, отлично. Теперь мы их включаем. И вот первая позиция. И куда-то улетели в небытие просто. Так, оп. Оп, тихо. Давай, отлично. Оба-на. Натан какой-то, прикинь. Ты какого лешего тут делаешь-то, а? Натан. Пошел прочь. Еще молоко на губах не обсохло, да? А уже лезет на обгон. Не знаю, как у него там, как он там умудрился, ребят, пролететь. Ну ты видел, я понял, залетел. Он там сверху шуршал, шуршал этот несчастный. И как я боюсь этих вот магниток. Они могут и так примагнить, что вам не покажется. Но, судя по всему... Ёп! Повезло, ребята. Залетел на всех парах. Путешествие на пальцах. Это у нас, по-моему, пустыня. В пустыню мы, наверное, поедем на нашем раллийном авто. Блин, мне хочется уже прокачать еще какую-нибудь, ребята, машину. Новенькую, какую-нибудь, свеженькую. Тягач или танк. Ну, что-нибудь такое. Что-нибудь из мощного. Потому что скоростных машин у нас уже прилично. А вот что-нибудь такого...
типа тягача. Ну, тяжелых тачек, тяжелых тачек у нас. Ну, есть только супердизель, но я как бы не сказал бы, что это тачка тяжелая, тяж. Так, я не понял, что-то меня тут обгоняет, по-моему, друзья мои. Как стоячего, тебе не кажется? Нет, слабоват. Слабоват паренек, не вытянул. Пытался, но он не вытянул. С идеальным стартом мы вообще топчик. Вот магниточку бы еще, конечно, бы. Ах, было бы красота, да, друзья? На магниточке было бы вообще топово. Мы бы с собой забирали бы все монеты в окружности. Так, лесной кубок. Три этапа. Наверное, я поеду на раллийном авто. Лесной кубок. Идеальный старт у нас был. Тут мотоциклист, я смотрю, есть. И ККМ-ка, да, там? Пролетай, пролетай это все. Все, отлично, ребят. Слушай, ну я тебе скажу следующее. На монетном ускорителе плюс вот эти крылья, которые стоят у нас, на ровных более-менее поверхностях идет просто топ машина. Не, серьезно тебе говорю. Тут тягач, правда, есть, но... Не, все равно топово идет. Ух, я уже думал, все. Пойдем навстречу к создателю, но, слава богу, получилось все отлично, ребят. Машина просто передом проехала по земле. Там метров 20 и все-таки встала на колеса обратно. Это мы означает везунчик. А мотоцикл спокойно заезжает вот на эти все, смотри. Ну, там ему не повезло. Тягач, куда ты лезешь ты постоянно, а? Я не понимаю, ты не видишь ли, что папа на дороге лезет он? Хочет меня обогнать, естественно, не дано ему. Вот кому-кому, а тягачу, по-моему, я, ребят, ни разу не проехал. Нет, было пару раз, но они как-то там, не знаю, откуда взялись эти черти, набирали скорость в самый, так скажем, неподходящий момент. Я тут у нас трасса Е95. Есть. Все-таки я здесь первым успел взять. Так что пускай не бухтит. Пускай он там не бухтит. Вот здесь, конечно, у нас что-то... Я все-таки выше, да, подпрыгнул. Опять же, выше подпрыгнул за счет чего? За счет... Давай, рычик, давай, родной мой. Прям залетай туда. Ну, разве это не красота? Ребята, это красиво было сделано. Красивая была гонка. Я думаю, что ты со мной согласишься. Вершина мира плюс... Слушай, а я же колесо убрал? Или не убрал? Я, по-моему... Нет, колеса я оставил как раз-то. Колеса... колеса я оставил. Но второе место, ребят, к сожалению. Чё-то я засомневался по поводу этих... Воу, мне... Вторые все-таки, ё-моё. Ну что, получаем мы или нет? Нет, еще нужно Кубок Федерации. Ну, раз Кубок Федерации, значит, мы поедем с тобой вот на этой супертехничной машине. Чух. Видишь, как летим? Как ласточки. Обожаю, когда вот так вот трасса идет. Гладенькая. Без сучка. И... Задойки. Хорошо, а хотели подколоть, а? Ты посмотри на них. Хотели они меня подколоть. И у них практически удалось. Но моя машинка, слава богу, именно... Именно вот эта вот крыша прокачана, поэтому здесь все у нас получилось отлично. Так,
Так, ты главное не звездонись, а то, знаете, можешь тут вычудить в самый неподходящий момент для меня. Так, 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 отлично. В плане, какой луфу? Идите вы в баню, все нормально. Бензин показывает, типа, кончается. Убыть не может. Друзья мои, вот это да. Вот это Уэлсон. Ну что, 6 тысяч кубков я получил. Монетный ускоритель на ХКР-ку, друзья мои. На ХКР-очку выпало. Следующий будет очень жесткий. Но это 10 тысяч кубков будет, да? 10 тысяч кубков у нас будет. Так, что у нас тут в команде, в гонке? Давай хоть посмотрим, что тут вообще у нас. В плане гонка на время. Ну, давай возьму, наверное. Ну, ХКР-ку возьму. Фу, ХКР-ку. Ты понял. Поехали. Это что там, самый умный, что ли, я не пойму. Объявился, где он там? А, тут просто вот так вот. Теперь баги. Вот, ребят, как, куда они тут? Все поулетали, прикинь. Автобус долетался, летун. А я последний, да, получается? Ну как последний? А здесь-то что? Давай возьму так вот. Ну, на этой машине я далеко не уеду, ребят. Ну а что ты хочешь? Дай бог вообще приехать-то. Нет, конечно, если у кого-то прокачаны все машины, я только поздравляю их. У меня, как ты знаешь, все машины не прокачаны, поэтому вот этот вот тягач, он вообще у меня еле-еле едет. Он вообще не прокачанный нисколечко, друзья. Вообще, по-моему, ни разику. Так что нечему тут удивляться. Так, ну, тут, наверное, можно на ХКР-ке прокатиться. Обалдеть. Какой молодец. Пускай едут супостаты, да? Знаешь, как это? Не спеша, не дыша. Блин, там кто-то успел. Как он успел подлететь? Я не понимаю, ребят. Как он там успел подлететь? Ну чё, давай. Нет, тут мы возьмем, наверное, ККМ-ку. Забуксовала. Еле едет, блин. Паршивка. А, понял. Мне нравится, что у нее из-под колес огонь. Вот это вот, конечно, прикольно смотрится. Меня постоянно кто-то гоняет. Я никак не могу вообще приехать первым здесь. Че, все что ли? Проехали? Да, ребят, проехали немножечко. Капельку. Так, 25 сундуков скоро будет. Так, кто-то мне сказал, что надо сделать зачистку в клане. 2 километра, слушай, ну, так это на командном сундуке. А вот события команды вообще никто не играет. Ну что, придется чистить тогда? И будем чистить с самого низа, ребят. Поехали. Ой, какой понизить? Удалить. Короче, до 20 километров.
Если не будет наезжено 20 километров, то будем удалять. Так, ну что, приключения, ржавый риф. Че, вот на этой ерунде я должен прокатиться, что ли? Вот на этой. Проехал, застава Небесная Скала. Это что за, что такое путешествие? Ну давай посмотрим, что за путешествие. Опять же, да, опять же мы пропускаем очень много горючего. Слушай, ну тут прикольно. И лететь с крылышками-то. Так, там, по-моему, бензин я видел. А я его и не подобрал еще. Молодец, Рэй, ты красавчик. Блин, да где же горючее-то взять? Сейчас кончится. Вон оно. Так, сбрасываем скорость. Ой, назад, 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 назад. Есть. А что, мы только один сундук с тобой заработали всего лишь? А я что, и на автобусе тут ехал? Тут, смотри, горючее кончилось, да? Я понял. Он отъехал назад. Так. Слушай, а у меня, по-моему, рекорд здесь идет, да? Или нет? Давай вниз поедем. Вообще вниз поедем, потому что там я вижу горючее лежит. Потихоньку, не спеша. Есть, взял. Теперь можно и подгазануть. Отлично. Влупляй, родной. Так, 75 тысяч. Бензин возьмем? Возьмем. Тихо ты, что ж так дурачишься-то? Здесь просто пролетим спокойно. Фига, там наверху этот какой-то спутник я там заметил наверху. И горючее причем там было, прикинь, на самом верху находилось. Так, тихо. Возьмем, возьмем, возьмем. Потихоньку давай, давай. Есть. То есть тут ХКР-ка у меня что ли была, я не понял. Я на ней ехал, да? Рекорды ставил. Ой, ХКР-ка. Лихач. Все машины перепутал, ребят. Ну, бывает. Уж не обессудьте, так сказать. Горючее надо подобрать. И едем дальше. Третий сундук. А, четвертый даже. Так, ну здесь я должен заехать. Что тут заезжать-то? 5 сек, скажем. Куда, вниз поедем? А вот это вот зря, вот это ты, Рэйчик, зря. Крыша-то лишился. Теперь мы с тобой просто без защиты остались. Да назад я хочу, назад, ты понимаешь, назад. Мне нужно взять горючее. Да я вижу, что уже там пипикать начинает. Но больше меня, конечно, расстраивает то, что мы остались без защиты. То есть, если мы во что-то врежемся, головы нам с тобой на плечах уже не удержать. Ёк-макрёк, я же думал, что сейчас все. Вообще куда-то улетели, блин, в Поднебесную. Да-да-да-да-да-да-да. Горючее кончается, и его здесь я не замечаю. Вон оно, а как я должен... Все, ребят, приплыли. Но, тем не менее, я считаю, что неплохо у нас получилось. В конце еще свернул себе шею. Ты смотри-ка, ускорители на вертушку получили. Прикольно. Очень даже прикольно. Ну что, ребята, на этом, пожалуй, сегодня я... Подожди-ка, дай-ка я вот здесь вот прокачусь еще. Так, что у нас тут? А почему именно на этой машине...
А, так я же тут. Это вверх, да, где нажим? Да-да-да-да-да, ребят. Не могу понять, почему именно на ККМ-ке-то. Фига, она бумкнула как. Давай-давай-давай-давай-давай. Эй, ты вафла, ты несчастная. Да что ты, соплюшка, а? Чуть не хватает, ребят. Не хватает ей мощей. Ня. К сожалению, не хватает. Придется сдуваться. Новый рекорд. Да какой это, блин, рекорд? Почему я не могу взять другую машину? Это что у меня? ККМ-ку-то здесь дали, и все. Должен же быть выбор, в конце концов, у гонщика, на какой машине ему ехать. Не хочу, например, на этой тачке ехать. Да ты будешь за... Нормально? Как тебе такое расплатиться? Лучше, блин, не придумаешь. Вот здесь вот, блин, надо было. Горючий кончается. Эть, а тот вон где застрял, ребят. Так, 214 метров. Гараж, вот где у нас. Че, рискнем? А, монетки тут есть, есть, да? Тягач тут еще что-то выпендривается, посмотри. Опа. Эть. Заехал, ты посмотри. Молодец. Рэй, ты красавчик. Давай, 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 давай. А тут ты как? Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Кончилось, кончилось. Ребят, 20 секунд осталось. Все, разбиваемся. Вылетел из машины. А какое? Мне даже не показали, какое место я получил. Вообще. Ну, здесь не стоит драться, потому что, ребята, у меня вот этот вот сет полностью есть. И лицо вот это вот, сундуки, конечно, хотелось бы получить. Но ты представляешь, 250, сколько нужно тут гонять? Это нужно все делать за кадром. Ну что, ребята, а теперь все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.